Рецепт, как добиться успеха, вот с моей точки зрения, достаточно простой. Большинство людей живут, не ставя перед собой цели. То есть они живут по инерции, живут исходя из того, что получится, как это будет. В качестве примера английский психолог провел исследование среди своих друзей, и он назвал одних друзей бильярдными шарами. Его стукнули, он по инерции катится, остановился. Если ему дать еще пинок, он докатится, может быть, попадет в какую-то лузу. Другие люди, он назвал их ящики из комода, у которых все правильно, все как положено. В 18 лет поступил в институт, в 24 закончил, в 27 магистерская степень, в 28 женился, после этого один ребенок, второй ребенок, машина, дача, квартира, ну то есть все по полочкам. И третий сорт людей, который не относился ни к первому, ни ко второму, которые вели себя достаточно произвольно. Так вот, оказалось, что примерно через 10 лет после того, как было проведено первоначальное исследование или замер, вот эти люди, а их было всего лишь 3%, владели капиталом большим, чем все остальные 97%. Да, это люди, у которых были цели, причем не просто цели, а амбициозные цели. И ради этих амбициозных целей они жили, они их достигали, они искали ресурсы для того, чтобы это можно было сделать, а все остальные живут по инерции. Поэтому ответ очень простой. Цели, амбициозные цели, ради которых стоит рвать, ради которых стоит что-то делать, этого будет достаточно.